Хорошая техника дыхания доставит кислород вашим мышцам и поможет вам плыть более комфортно и эффективно. Чем эффективнее ваша техника дыхания, тем меньше она влияет на технику грибка. Когда рука начинает возвращаться из воды, поверните голову в сторону. Вдыхайте под рукой, пока она продвигается вперед. Старайтесь держать тело прямо. Двигайте головой только когда поворачиваетесь для вдоха. Ваше тело будет слегка поворачиваться. Старайтесь держать его максимально вытянутым. Чтобы вдохнуть, поверните слегка голову, так чтобы ваш рот был едва над водой. Ваша линия глаз должна быть на уровне бортика бассейна, а не потолка. Уменьшайте количество поворотов головы, если это необходимо. После вдоха верните голову в исходное положение, смотря на дно бассейна. Всегда вдыхайте через рот, а не через нос. Как только вернули голову в позицию лицом вниз, медленно выдыхайте через нос или рот. Выдыхайте не спеша и комфортно. До следующего вдоха. Попробуйте использовать ласты, чтобы помочь себе поддерживать позицию тела у поверхности воды.